Кем был основан Ульяновск? Центром какой промышленности является Димитровград? Ответив на такие вопросы, можно будет получить роскошный презент. Среди жителей региона разыграют 9 автомобилей УАЗ и 1000 подарков. В Ульяновске и Димитровграде пройдет викторина «Любимый город». Цель акции – привлечь внимание к истории и культуре родного края. Принять участие может каждый житель нашего региона. Для этого необходимо правильно ответить на вопросы буклета викторины и передать его волонтерам в период с 15 по 17 марта. Викторина призывает узнать больше об Ульяновской области, достопримечательностях, исторических событиях, а также может стать прекрасным способом провести время с пользой. Участники викторины имеют возможность выиграть один из 9 автомобилей или один из 1000 других ценных призов. Буклеты для заполнения доступны уже сейчас в крупных торговых центрах. Каждый участник викторины отрывной талон оставляет у себя, а основной буклет с ответами и заполненными данными отправляет в корзину волонтерам, которые будут находиться в пунктах приема. Каждый желающий может ознакомиться, открыв сайт «Мой любимый город 73РФ», прочитать положение и ознакомиться со всеми деталями этой викторины. Один человек может принять участие в викторине только один раз. Заполнив анкету, надо сдать ее волонтеру с 15 по 17 марта. Кроме того, там же можно будет проголосовать за свой любимый двор и благоустройство комфортной городской среды.